Лето уже почти наступило, а с ним и пора овощей. Самое время готовить салаты и узнавать новые рецепты. Запоминайте, как приготовить салат из овощей гриль. Соединив в салате свежие и термически обработанные овощи, вы обогатите вкус салата и полнее раскроете все полезные свойства овощей. Перцы и баклажан нарежьте ломтиками и поджарьте на сковороде гриль, пару раз перевернув. Перцы заверните в фольгу, дайте им остыть, затем снимите кожицу. Баклажаны просто остудите. Нарежьте огурец и лук мелкими кубиками. Выложите в миску. У кинзы оборвите и крупно нарубите листья. Можно заменить кинзу петрушкой, но вкус станет проще. Перец и баклажан нарежьте кубиками покрупнее. Добавьте в миску к огурцу. В баночке с крышкой смешайте бальзамический уксус, сироп и оливковое масло. Я еще добавила сушеной кинзы. Закройте крышку и энергично встряхните баночку. Посолите и поперчите салат по вкусу, полейте заправкой и перемешайте. Подавайте салат сразу же, дополнив его свежим ржаным хлебом.